Группа компании «Гавриш» предлагает сорт укропа «Кибрай». Этот сорт является позднеспелым. До 39 дней от всходов до уборки на зелень доходит. И до 72 дней от всходов до цветения. Этот сорт предназначен для выращивания на зелень и специи. Высота до 40 сантиметров у него. Розетка листьев крупная, полуприподнятая. Листья крупные, светло-зеленые, со слабым восковым налетом. Зелень нежная, сочная, ароматная. Сорт характеризуется высокой урожайностью, сильной облиственностью и рассеченностью листовой пластины. Урожайность на зелень дает от килограмма 300 грамм до 3 килограмм на квадратный метр, а на специи от 2 килограмм 700 грамм до 6 килограмм 300 грамм на квадратный метр. Номер партии 185-71, вес 5 грамм в упаковке. Вес 6,38 грамма.